46 некоммерческих организаций Башкортостана стали обладателями грантов главы региона на реализацию социально значимых проектов. Общий бюджет конкурса 90 миллионов рублей. Наиболее популярными направлениями среди проектов стала социальная помощь, историческая память, пропаганда спорта. Большая часть заявок поступила из Уфы, Стерлитамака и Гафурийского района. Старт реализации проектов намечен на 18 июля этого года. Уже многие годы участники наших конкурсов, они также являются победителями конкурса фонда президентских грантов, вот, и получают федеральное тоже финансирование своих проектов. Вот, соответственно, и качество растет, компетенции растут, и поэтому говорить об успешности я могу смело. Напомню, также открыт прием заявок в третьем грантовом конкурсе до 30 июня. Бюджет его составит более 100 миллионов рублей, а размер гранта на один проект не должен превышать 3 миллионов рублей.